Господа мои, вам здравствуйте. The Last Death Star. Правильно, надеюсь, прочитал. Смотрите, какие зверины нам попались, прокачанные. Фиолетово-желтый. Сейчас цвет вообще не имеет значения в топе. Без разницы. И по 5 фиолетовых тут, и по 6 фиолетовых стоят в команду. Жесть, короче, нам тут попалась, мне кажется. Ну как это? Арамисы, пантеры, голова нету, хрен убьешь. Надо очень быстро убивать. А их, возможно, и не пробьешь. Ну ладно, ребят, идем. Вот так вот, ребят, погнали. Бля, сижу, думаю, не слишком ли толстую я оборону выбрал для первого тапка. Есть четкое ощущение, что сильно толстую оборону выбрал для первого тапка. Но это только ощущение появилось вот сейчас, ребят, когда в бой попал. До этого не было никаких ощущений. Все призрачно и понятно было. Пу-пу-пу-пу-пу. Как бы конечную тут не оформить. Ну чего тут можно? Ну давайте вот эти треху заберу, вдруг еще треха придет снизу. Хрен там. Херня какая-то пришла. Из-за три хода я этих фиолетовых беру, это очень медленно. Уже ультанут все по 10 раз. Ну эти камни закомбили, конечно, лишние вообще никак. Ну давайте поразмышляем. Делаю я эту проброс. Фиолетовая одна прилетает у меня. Тут 4 фиолетовых становится, да? Такое себе. Эти выкинуть. Так он ходит один хрен. Как так получилось-то, а? А если он ходит, я, как правило, проигрываю, короче. Нереально его будет победить. Все. А, он не сходил, ребят. Давайте вот так тогда скинем. Не сходил, только толку от этого мне легче не стало. В пустоту ничего нигде нет. Кидать нечего. Ну, его глушить надо. Он, кстати, урон еще наносит, когда его бьешь, он обижается. Да, вот, по 59 не сунул. Кстати, можно было бы камнями добить, но и камней нет. Поэтому, как минимум, от пантеры в харю мы должны поймать. Так. Ну, все правильно, мне кажется, разыграл до вот прям сейчасшного момента. А что дальше делать, опять не знаю. Там и Юпитер уже на носу этот. А потом диспел будет, это Гуавань убьет нахрен. Не то чтобы убьет, а нахрен убьет. Но мы ее, если она не заряется с 4 камней, мы ее можем вот так вот хокнуть. Она даже сама сгорела на работе. Ну Юпитер-то всех убьет. Без вариантов, короче. Не один убивает, так другие убивают. Мне как бы смерть свою, это без разницы от кого получить. Надо добив-то идти. О, замедло дал. Ну а что мы можем? Красный кинуть. Вот так, да? И желтых поймать туда. Ряд улетит, и мы зарядимся. А какие ряд мне на? Сколько мне на камней-то? Ну, 4 в пустоту надо для утки. Либо взорвать. И еще надеяться на 3 камня. Давайте вот так взорву, короче. Нет, ребят, проигрываем. Еще и замедло мы с него сдиспелили, да?
Бля, обидная игра все-таки это. Ну что ты желтый вот не ушел, а сейчас? Ну почему? Да? Ну почему бы не уйти было желтому прямо сейчас? Мы бы уткой бы пульнули бы, а так утку сейчас, если не воскреснет, трындец ей, короче. Он еще на разлиме, на страшном. Ну вот так мы, смотрите, делаем. Но будет тычка, да? Тычка не величка. На нахрен, добил. Так, ребят, а мы еще боремся. Нам насрать вообще на него, что он нас бьет. Мы хотим выиграть. Так, давайте скинем. Желтые уйдут. Да добили, ребята. Да мы что делаем-то? Смотрите, да мы близки. На тебе уткой чисто на урон. Мы еще хильнемся. Вот это я набухтел, конечно. Вот это имбатбой. Подписывайтесь, ребят. Ссылка в описании. Стартанул, короче, ребят, я. Не знаю, что из этого выйдет. Но очень надеюсь, что что-нибудь да выйдет. Ну, тут прокидка по центру, да, как будто бы просится. Но если она ультанет, она мне ману замедлит, это 100%. Тут надо что-то как-то придумать, чтобы мне ману не замедлили. Пришел бодриться тут вокруг меня. Ладно, короче, кидай, я больше не вижу тут ничего. Хреново дела, дрянь. Но мы, кстати, ее снести можем. Давайте это сделаем. Так, где еще камни? Вагиму все летит. Желтых зарядки нет. Фиолетовых зарядка нет. Ну, можно попробовать вот это кинуть. Либо четверку по центру сооружать. Эх, четверка, а там может желтая выйдет, и мы зарядим хоть желтых. Эх, чуть-чуть не хватило, а Гима будет ходить, да? Черт такой этакий. Ну тут надо аккуратно, короче, как-то, наверное, вот эту рвануть. На себе аккуратно. Попробую тени сейчас хотя бы поймать. Давай. Так. Не хватит, да, никому? Гребаный, блин. Типа настос. Погнали, короче, вот так. Эх, Агима, что ж ты не сходил еще разок-то, а? Так, разлетелся на клочки. Ну все, вот сюда прицелились вот так. Тых-тых. Минус. Пойдет. Так, что ж, фул отряды магов, смотрите, ребят. Убьют нахрен, даже не этот. Не пожалеют, короче, очень быстро зарядятся и убьют. Так, 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 так. А желтых, смотрите, навалило, как не в себя. Мне здесь четверка синих нужна, я, в принципе, сразу побеждаю практически. Мне желтых навалили, да? Как не в себя. Вот еще синие по толлукардам хочется поискать. Было бы прикольно, если бы они там были. Прям реально хочется.
Желтые улетают, как никогда их тут, короче, кристаллы не получаются. Я, короче, вот самый необычный ход сделаю. Херня какая-то. Есть зарядка желтых. Она мне ничего не дает. Четверка синих, как тебя сложить, а? В центре как швырну сейчас, чтобы еще синие поискать. Нахрен. Сходи вон таки, а? Падла. Ну и чему, в рожу поймаем, нет? Да, поймаем, ребят. А он больно бьет. Падла. Запрет на усиление накладывает. Барашка похилит немножко. И мы таки свою четверку вот тут возьмем. Ну и вот этих неадекватных будем убивать. Так. Какой он толстый, а? Но нет. Здесь у меня сила такая. Нормальная такая сила, да? Сильно не церемонится. Так, ускорение никому не дам, а мне на желтый, короче, собирать. Вот так. Ладно, выброшу желтые одни. Так и быть. Еще вот так зеленый придется прокинуть. Так и быть. Ну и здесь я вот так троечку в пустоту соберу. Чтоб лишнего не закомбило, не дай бог. Так, фестиваль уклонений от магни, смотрим. Тут куда хочет, пусть попадает. Есть фестиваль. Так. Есть еще один фестиваль. Мы еще раз в пустоту зарядимся. И раз. Два. Три. Камнями добьем, короче, есть. Есть, ребят, еще один. Хороший вопрос, убьем ли? Погнали, тут синие быстрее зарядятся за счет... Если мы красных зарядим, мы убьем кого-нибудь. Нет, ребят, на выход, короче. 99,9, что это залив, короче. Выбрасываю эту поляну. Обидная полянка. Еще замедло на красную положили. Да уж. Комбинации, короче, тут жесть. Все летит нахрен. Короче, добив это 99,9. Чем я тут это пробивать буду? Ты гадость наложил. Давай так. Ну и все. Конечная подходит, да? Видно, с такой поляной моего цвета будет проиграть, конечно.
Пришла-то моя поляна, да? А толку с этого нет. Подхилюсь мало, короче, если вот сюда ультану. А если пассивкой не добью? Эх, знать бы, вот морду взорвешь, и что синий приедет. Тогда бы хорошая была бы удача бы и шансы на победу. Хватит ли мне 6 в пустоту и плюс 20% маны? Вот мне интересно, я не тестировал. Ну, типа 3 в пустоту это 6. А мне надо 9. 3 камня еще. Мне он столько не докидывает, 100%. Потом пантеры будут ходить. Добьют меня. Но мне подхилиться надо. Бляха-муха, ребят, вариантов, короче, тьма, не знаю, какой выбрать. Короче, если я взрываю и придет синий, то это победа. На центр убить. Просто в пустоту. Мне потом синий в императрицу швырять придется. А она почем бьет? 330 урона. Еб туда, блядь. Ладно, короче, выберу я попроще этот вариант все-таки. Атаку, кстати, подрубили. Подрубили хреноверточку. Чуть-чуть не хватило, да? Вот иди выбери, кто тут страшнее теперь. В кого камни захренучить? Ё-моё, они потом разом все будут ходить, а? И как раз под диспел. И усиление мне не наложить. Ёшкин кот. Пу-пу-пу-пу-пу. Ну, в плане усиления атаки от Крампуса не дать. Этим не сходить будет, не наложить вот эту, если я сейчас скину в пантеру. Бля, обидно получилось. А она здесь пылит и 525 урона нанесет, да? Надо было взрывать, наверное. А ты выбирай, что 525 урона. Или пантеру. Еще не дай бог закомбить. Ладно, выбираю, короче, вот тут. Ту-дых. Ну и пробовать надо убивать, что делать. Две пантеры меня снесут нахрен. Кто больнее бьет, смотрим, читаем. 285 урона всем врагам. И защиту порежет. 530 урона цель и незначительный урон всем прочим. Это по 250 урона. Тут что? 330 урона всем врагам. Все союзники получают 10% маны каждый раз, когда выбирают. Используют особый навык в течение 4 ходов. А мне тут кому ману-то накидывать? Некому, да? 525 урона, если снять насмешку.
У нее броня срезана, поэтому она, может быть, и сдохнет, кстати, сейчас. Две пантеры меня хоронят, во всяком случае. Давай сюда, погнали тогда, вот так. Да зарядили, да? Юпитеров, херитеров. Вот сейчас бы хорошо бы мы, получается. С Талантом-то бы отстояли. Ну добей, ну. Да еще добивай нахрен их. Две пантеры, блин. Блин, живите, ребята. И будет тычка, да, сейчас? Так, 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 мы еще, ребят, не сдаемся, живем. Ну, давай тут прокину снизу красный, может, еще пойдут. Хрен там. Так, вот эту тычку убираем. Синий вот так заряжаем. Хрен там, синий не зарядились. Синий, не тыкай в синего, пожалуйста. Есть, живой. Доедай нахрен его. Фу, ты растащил нерастащиваемое опять. Да что ты будешь делать, а? Второй раз на нем, ё-моё. Так, следующая добыча пантера. 90-й левел. 90-й. Особая броня у нее. Мне надо четверку тут найти зеленухи. Все, у меня все буквы затерялись. Вот дай бог что-нибудь сложится, может получится четверка зеленухи. Ни хрена не... А, нет, сложилось. Но пантера будет бить, да? Ну, давайте тройку и четверку возьмем. Красных вон вроде даже идет, смотрите, полянка. Так. Тихо, не надо второй раз ее заряжать. Да ё-моё, вы чё с ума сошли? Японская игра, блин! Сдуло нахрен. Ой, ё-моё, ёшкин кот. Чё происходит? Да я нахрен нажму всех хилов. Чё, я буду церемониться? Так. Ну, ребят, я не виноват, не знаю. Такие дела. Блин, поляна вообще моя полностью. Так, так, так. Успел зарядиться даже. Добиваем, конечно. Ребят, короче, собрал последний тапок. Страшно. Вот такой вот. Да, действительно страшно. Как на этого шляпника собирать 9 камней тяжело, короче. Возможно, зря. Ну, давайте подумаем, что делать. Я не знаю. Красный сверху кинуть. Ничего не дает. Зеленую непосредственно кинуть. Ничего не дает. А он, кстати, тоже ману подрезает же. Я забыл. Желтый вот этот. Я думал, он же просто так бьет. Он же тоже режет. Хреново. Поторопился. Цель выбрал, по-моему. Ну, так себе, да? Вообще никакая полена, блин. Японская полянка. Этот бы фиолетовый как-то пододвинуть туда, под кристалл.
Не умею так. Не двигается. Что еще? Да хер знает, ребят. Еще не знаю, что тут кидать. Вот так кинул. Бред, бред. Вообще накидал. Херню тут запутал все на свете. С одного камня он заряжается уже, все. Хорош кидать называется. Комбо нет. По троечек накидал и все. Хер знает, давай так скину, может зелень килограмм придет. Пришел килограмм, прикиньте. Так, что умеем? Хера мы не умеем, ребят. Он зарядится сейчас у него, если камни полетят. Контратаку не украсть. Четверка зелени. Больно будет по хребту лететь. Зеленый с синими прокинуть. Он зарядится лишний раз. Ладно, короче, вот так сделаю. Блин, он зарядился еще раз, действительно. А там диспыл уже будет, да? Заливной, ребят, оформляю, походу. Давайте сдиспелим вот эту херню. Могла бы обойти, если честно. Не стало, да? Энни мы дозарядили, поэтому тут терять нечего. Ага, он еще воскрес. Да падла ты такая, а! Энни, может умрешь с двух камней, а? По-братски. Вот реально было бы идеально, если бы ты сдохла с двух зеленых камней по-братски. Можно красный сверху кинуть, синие уйдут. Но ничего это мне не дает. Фиолетовых там нигде нет. Так, может, что-то закомбит. Давайте, погнали. Да вот они зеленые еще шли. Так, ну какая-то картина получается. Но фиолетовые не получаются. Давайте вот так скину фиолетовый один камень, хотя бы соберу. О, это вы зря заряжаете. Зелень в пустоту опять вот так. Вы подождите, не опять заряжаете вы, а? Так, вот этот край, может, доберем, а? Фестиваль еще возрождений, да вы что, ё-моё, а? Как фиол мне зарядить? Где? Не вижу. Не вижу, давайте выкинем вот так нахрен полянку побольше. Фиол, ну приди где-нибудь, а? Угу, еще там ману подрубил. Так, фил в пустоту. Есть. Хилюсь, ребят, хилюсь. А может и зря. Как начнет сейчас по всем стрелять.
Давай так сделаем. Просто урон. Ну, теперь надо ее убить с камней, чтобы она не воскресла. Блин, надо было не так. Ладно. Поджег, сволочь. Так. А, догораю, блин. Тычка будет еще. Невеличко. Блин, мне это мало. Еще фиол надо. Да ё-моё, я закомбил, конечно. Всех троих положил, блядь. Ну, это я, короче, зря, ребята. Ну, это пиздец, товарищи. Такой добив, блядь, стрёмное ставить. Ёб твою мать, а. Простите, я не выдержал я, ребят. Ну надо же, я был дурак в конце. А. Фу ты, ёшкин кот. Все матерки собрал. Да как так-то, а? Ну простите, Альянс. В конце распсиховался, наверное, надо было аккуратнее играть. Зарядил зря. Ладно, ребят, счет в конце. Вам добра, любви и процветания. До свидания.